Два человека потонули на водоемах в области за минулые сутки. У Чауським районе купание у озера завершилось трагедией для мясцового жыхара. Ему было 29 годов. По словам специалиста, купался мужчина у необсталеванном для этого месяца. Еще одна трагедия на воде отбылась у Бобруйску. У озера недалеко от улицы Высокогорной нашли тело женщины. Эту бобруйчанку амаль сутки шукали, как зниклую без весток. Правоохранники проводят проверки по факте двух трагедий. Меж тем воротовальники попереживают, прогнозуется резкое повышение температуры поветра. И рают обовязково выполнять правила по воде на воде. Как не повторился май 2010-го, когда из-за резкого потепления все массово пошли до речек и озер. Тогда за тыдень на водоемах в области потонули 16 человек.